Влад, привет. Привет, сэр. Скажи, пожалуйста, сколько ты занимаешься MLM-бизнесом? Уже 7 лет. 7 лет. Угу. А чем ты занимался, кем ты был до MLM-бизнеса? Я был тренером ДСШ и был педагогом дополнительного образования. Влад, а тебе не стыдно перед своими друзьями, что ты занимаешься MLM-бизнесом? Нет, они все у меня в моем бизнесе. Влад, а что ты чувствуешь, когда занимаешься этим бизнесом? Драйв. Мне нравится это. Я обожаю этот процесс. Мне нравится общение, поиск людей. Мне нравится звонить к людям. А что для тебя в твоей компании наиболее ценно? Для меня очень ценно – это семейные ценности. То есть мы работаем с женой вместе, и для меня очень важна защищенность моей семьи. Это как раз недвижимость, это как раз таки финансовая независимость. И плюс я получаю те знания, которые мне нравятся. Это риторика, это искусство красноречия и много-много таких вещей, которые действительно доставляют мне удовольствие. А как ты справляешься с трудностями? Трудности, я уже сейчас не понимаю, что такое трудности. Если в начале пути было трудно, а сейчас уже вышли на профессиональный уровень, у меня уже своя система обучения. То есть я думаю, что получил хорошие знания в нашей компании, и сейчас с этими инструментами мне очень просто работать с людьми. Почему ты здесь? Чего ты хочешь? Я хочу миллионером быть. А какая твоя цель на ближайший год? На ближайший год я хочу выйти на доход где-то 200-300 тысяч евро в месяц. Влад, как твоя жизнь изменилась с приходом в MLM-индустрию? Кардинально изменилась. У меня появилась команда, у меня появились люди, партнеры, я обучаю своих людей. У меня появился статус в этом бизнесе. И люди меня слышат, самое главное. То есть я передаю свой опыт, который я в этой компании сделал. И сейчас я вижу, что люди горят и тоже хотят повторить мой опыт. Влад, спасибо тебе за обратную связь. Я желаю тебе успехов и благополучия твоей семье.